Гражданская авиация организует нерегулярные авиарейсы для перевозки беженцев, которые проходят через Молдову транзитом. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Украинцы должны зарегистрироваться онлайн на официальной странице органа гражданской авиации и заполнить анкету. Заявку можно оставить и по телефону, позвонив по номерам 022 823 500 или 022 823 587. Самолет вылетит, когда зарегистрируется по меньшей мере 150 человек. В то же время власть отмечает, что это коммерческие рейсы, поэтому стоимость билетов должны оплачивать сами пассажиры. Также у них должны быть все необходимые документы для страны назначения. С 24 февраля Молдова закрыла воздушное пространство в связи с войной в Украине. Решение приняли на все время действия режима ЧП.